Следующая остановка – Александровская больница. Остановка – Александровская больница. Следующая остановка – психоневрологический интернат номер 10. Остановка – психоневрологический интернат номер 10. Следующая остановка – улица Калантай, дом 47. Thank you.
Остановка улица Калантай, дом 47. Солидарности, дом 11. Следующая остановка. Улица Подвойского. Остановка улица Подвойского.
Подвойского, дом 38. Большевиков. Овсеенко. Улица Дыменко. Данный автобус работает без кондуктора. Ладно.
улица Дыбенко. Университет телекоммуникаций. Остановка улица Крыленко. Следующая остановка проспект Большевиков, дом 33. Остановка проспект Большевиков, дом 33. Следующая остановка улица Тельмана. Thank you.
улица Тельмана. Остановка, улица Тельмана, дом 45. Следующая остановка – Искровский проспект. Искровский проспект. Следующая остановка. Улица Тельмана, дом 34. Остановка, улица Тельмана, дом 34. Восточный проспект. Остановка Дальневосточный проспект. Следующая остановка – улица Новоселов.
улица Новоселов. Улица, дом 8.
Остановка. Станция метро Ломоносовская. Следующая остановка – Ивановская улица. Данный автобус работает без кондуктора. Плату за проезд принимает водитель. Выход из автобуса осуществляется через переднюю дверь. Остановка Ивановская улица. Следующая остановка – бульвар Красных Зорь.
бульвар Красных Зорь. Лесозаводская улица. Шелгунова. Следующая остановка – Академия машиностроения имени Котина. Академия машиностроения имени Котина. Следующая остановка – улица Чернова.
называется Чернобыль. Станция метро Пролетарская. Завод. Завод. Следующая остановка – музей истории Обуховского завода. Конечная. Музей истории Обуховского завода. Конечная.